внимание. На главную площадь Екатеринбурга выходит колонна участников бессмертного полка. Основными целями гражданской инициативы «Бессмертный полк» является увековечение памяти всех героев Великой Победы. Независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды. Победа в Великой Отечественной войне – одна из самых знаменательных страниц истории Отечества. Гордость и память нашего народа. Она представляется тем более яркой и великой, что по жестокости, по количеству жертв и масштабу разрушений, подвигам самопожертвования, жертвенного служения Родине и Отечеству, той войне нет равных в истории. Такое не забывается. Гордиться и помнить о Великой Отечественной войне долг сегодняшних поколений перед павшими и обязанность перед будущими поколениями. Сегодня, 9 мая, в день Великой Победы, мы, екатеринбуржцы, как и все жители нашей страны, идем к мемориалу, возлагаем цветы. К сожалению, участников войны с каждым годом становится все меньше и меньше. Поэтому лица людей, совершивших этот великий подвиг, лица героев-победителей, лица наших родственников, дедов и прадедов, должны быть в этот день с нами. Они с нами в колонне бессмертного полка. На главную площадь города Екатеринбурга выходит колонна бессмертного полка. Здесь низ не поют, деревья не растут, и только плечу бросают. Сойдет с ума, разыскивая нас.
ценой не постоим. Одну от всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых финансовых ворот. Так,
Люди.
здоровье не помогает. Я должен вечером. Деда. Вы правее берите, правее, потому что сейчас же рассвет будет. Аккуратно, и сломайте какой-то не забудьте.
давай, давай. Так вот это его точно. Thank you.
хочу. Пойдите на театр.